Привет, Ufgames. Я твой подписчик, если что. Я решил показать тебе свою постройку. Ну, как постройку? Идею для постройки. Смотри. Никто ничего не трогает. Заходим, значит, закрываем дверь. Тут небольшой обзор по моему дому. Значит, вот тут у нас диванчик. Тут у нас телевизор. Конечно же, как же без телевизора дома. Тут кровать. Я ее немного переделаю, потому что, смотри, когда мы ложимся спать вот так. Тут у меня стол. Я тут могу поесть, но пока что я не знаю, что мне поесть. У меня теперь холодильника нет. Смотри, это у меня игровой компьютер. В общем, у меня тут даже есть системный блок. Клавиатуру я не полностью сделала, потому что мне было лень ее делать. Мышка, смотри. Вот тут идет провод, который до системника, да? Вот. Комп, монитор. И смотри, ну, дверь вот открывается-закрывается. Пока-пока. Решил показать еще одну постройку. Построил я ее недавно, называется пикап. Такая вот машина с довольно красивым декором. Я довольно над ней постарался. Добавил тут номера, сделал тут спойлер. Тут канистра с бензином есть и разное барахло, можно так сказать. Садимся. Тут также я сделал руль, спидометр. И он может просто так ездить. У него была проблема с поворачиванием колес. Ну, вот эти передние колеса, когда поворачивают. Я взял, сделал, ну, вот так вот там протянул палочку и сделал их чуть подальше. Потому что им мешали блоки вот тут вот. И он стал получше поворачивать. А, кстати, он может еще. Он может еще фары включать и выключать. Вот у него светятся как и задние, так и передние. Вот такой вот у меня пикап. Всем пока и хорошего настроения. Геймсы, надеюсь, его подписчики. Сегодня я хотел вам показать мою военную базу. Роблокс залагался. Вот так она выглядит. Но сейчас нас интересует не это, а система самообороны. Не самообороны, а просто обороны и атаки. Я сегодня в этом ролике хочу показать. Вот. Надеюсь, я, кстати, попаду в ролик постройки с почты. И надеюсь еще, что, может быть, когда-нибудь попаду в рубрику постройки от подписчиков. Ну, это у нас самое простое, что можно только придумать. Аннигиляторная пушка. Стреляет кучей снарядов. Сейчас врубим PvP режим, правда, это нам ничего не даст. Итак, но я всегда продумываю планы Б. Допустим, я противник. Нет. Допустим, этот нубик противник. И он захватил эту пушку и разносит все и вся. Что же мне делать? Надо как-то уничтожать эту пушку. Вот. На моей базе все имеет значение. Даже эта картина. Зайдя в нее, мы попадаем в эту секретную комнату. Казалось бы, здесь ничего нет, но если подойти сюда, где-то тут есть секретная кнопка. Надеюсь, я ее нажал. И да, я ее нажал. Это система самоуничтожения. Все пушки самоуничтожаются. Из них вылетают снаряды, все дела. Хоть это все, это мусор остается на базе, зато мы обезвредили. И, может быть, спасли другие команды, которые тоже участвовали в PvP, от супер мощного оружия. Да. Из них, правда, еще можно стрелять, но уже это не так круто выйдет. И это уже больше никогда не будет пушкой, которая все аннигилирует. Вон, но там иногда красным мигает. Вот, тут выжил только кусок камеры. И то
там нет этого купола. Вот. Система самоуничтожения сделана с помощью двух динамитов. Хотя по масштабам тут динамитов 100 взорвалось. Но это потому, что пушки, наверное, очень хорошо взрываются. Что ж, пока. Ух, и надеюсь, его подписчики. Привет, ух, сегодня, сейчас я тебе покажу мою машину, не простую, а золотую, на золотую, на радиоуправление, и она с бомбой, она создана, в принципе, только для троллинга игроков, вот, сейчас я тебе покажу, ну, всегда с компьютера ее запускаю, нормально запускается она, по крайней мере. Ну, я попытаюсь как-то. Сейчас покажу тебе. Сейчас. Она, короче, работает вот так вот. В принципе, как обычные те машины на радиоуправлении. Если нажать на эту, она взорвет и пукнет. Ну, в принципе, ну, это я делаю только когда... Подъезжай к какому-нибудь игроку на этой машинке. Так что, ну, давай тогда пока, ух. Привет, ух. Я сделал два дрифт мотоцикла. И дрифт-трассу. Так на ней можно дрифтить. Тут для болельщиков места. Вот здесь вот вход в нее. И тут надо вот так проехать, она небольшая, что на телефоне играю. Вот здесь надо вырезать вокруг бочки проехать. Вот финиш. И вот как она ездит. Хорошо дрифтит. И на этом все. Всем пока.